Так, распаковал флейту D, приделал висюльку, приклеил мембрану на чеснок. Если кто не знает, разрезается ломтик чеснока, натирается им бамбук вокруг отверстия и прикладывается мембрана, которая прилагалась к флейте. Собрать из двух частей, думаю, каждый справится. Соответственно, мембрана при игре начинает вибрировать. Ну, то классический китайский звук получается. Как слышите, строить достаточно неплохо. По тюнеру я пока не проверял, то есть не знаю, в оркестре она заиграет или нет, но в целом она звучит вполне хорошо. Если играть китайскую пентатонику, то проблем как минимум вообще нет. Найти отверстие проблема. Обычно поближе к краю, а здесь ну, в серединке почти. Просто хроматическую гамму, если играть. Так, чеснок у меня, видимо, начал подсыхать. Его не досушил, поэтому нужно начала отклеиваться. По-хорошему нужно жирно намазать чесноком и ставить приклеенную достаточно надолго, чтобы она высохла, и тогда она будет держаться, по идее. Вот. Вот такой краткий обзор. Ссылку на саму флейту я в описании приложу. Дешевый, но достаточно качественный инструмент, что прям удивило. Вот.